Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Мы озвучиваем то, что у нас занятия были по Потеряевке. Сначала восстановление Потеряевки с 91 года. Тематические занятия. Что-то известно стало, событие. Утонул там корабль какой-то, или дома что-то. И мы объясняли, я объясняю это слово, и целое занятие идет. На улице проводили. Вот сейчас у нас занятие «Патриотизм истинный». Вот вы оба с Володей считаете «их» местонаимение, и везде «их», «их». Как будто не говорите. Это местоимение. Вы четко их произносите. «Меня». Я останавливаю в храме. Глушков считает. Это «мя». Ну, ты можешь считать-то «мя», «мяк», ну, даже хоть понятно было. «Мя» значит «мя», то есть «меня». Вот заглатывают и заглатывают слова. Надо дома-то над собой потренируйтесь. Я говорил этому Роману, ты запиши и послушай, как оно звучит или нет. Сами себя боятся. Так, почему неправильно совершают крестное знамение и на левое плечо не доносят правую руку? Пальцы руки должны быть видны сзади, чтобы подоносили их до плеча. Небрежному маханию руки бес радуется, говорит Иоанн Златоуст. Левая сторона считается более ущербной, с нее нападки лукавого. Правая сторона – это спасительная сторона, и поразить ее значит погубить человека. Псалом 108:6. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесну его. Поэтому любое дело необходимо делать ревностно, тем более столь важное, как поднятие знамени на вершину горы. Исайя 30:17. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. Враг должен трепетать, видя знак его поражения. Подойдет старость, болезни, и ты совершенно не будешь способен правильно осенить себя крестным знамением. Александр Иванович Устинов был парализован, но он продолжал совершать крестное знамение левой рукой. И на левом плече удар... Где на левом? Когда написано на правом. Ага. Ну зачем ты так делаешь? Да не знаю. И на правом плече... На правом плече удар получался более сильный. И на костюме насквозь пробил несколько раз до рубашки отверстие. На костюме. Каким он был истинным сторонником старинного благочестия, таким и остался до смерти и на одре болезни. Поторопитесь научиться все делать ревностно. Патриотизм от слова «патер» – «отец», «любовь к родине», «к отечеству». Впервые это слово встречается в Библии в слове «патриарх» – Деяния 7:8-9. «И дал ему завет обрезания». Посем родил он Исаака и обрезал его восьмой день, а Исаак родил Иакова. Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Патриархия начинается с отрицательного смысла. Евреи 7:4. Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих. Евреям 11:10. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Так. Мне пишут много писем те, кто хотел бы поселиться здесь. И они сразу же уведомляют, что хотели бы найти общество, где их понимают, где их уважают. И ни один из 1500 человек не написал, что он ищет такое общество, где он мог бы любить людей. И развернуться на том полигоне. Но все начинается со своего «я». Меня понимали, меня любили, меня почитали. Иначе сказать, он пишет, я ищу общество эгоистов. Думаю, что он почти нашел. Ты же всегда ищи того, что служит пользе ближнего. 1 Коринфянам 10:24. Никто не ищет своего, но каждый пользы другого. И еще спрашивают, далеко ли от Семипалатинского полигона, есть ли у нас энцефалитные клещи? То есть с первого шага ищут бессмертие. Тут они нашли сразу. Мы именно то общество, которое знает о вечности. Правда, из другого источника. Вот такого города искал Авраам, и чтобы не было тут холодов,
Такого города тоже искал Авраам, но такого города на земле нет. Он был одно время, но потом потерялся. Авраам искал этого города, расспрашивал о нем. Где-то между Тигром и Евфратом процветал этот город из двух жителей. Бытие 2.14. Имя третьей реки Хиддекель, Тигр. Она протекает пред Ассирией. Четвертая река Евфрат. Пусть мало вначале было у Авраама, но главное, чтобы не было связи с чужими. Не лезьте к посторонним, ищите всегда этого города. Матфея 6.33. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все предложится вам. 1 Иоанна 2.15. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Евреям 11.13.16. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Здесь мы впервые встречаемся со словом «патриотизм». Но поиск патриотизма был направлен не по горизонтали, а по вертикали. Скажут, а что же там найдешь? Там одни облака и светило. Духом своим проникай дальше. Авраам, Авраам, его первое имя, и оно означает «странник, пришелец». И он расспрашивал людей, как куда пройти, и видел новые страны, и поражен был теми домами, какие он видел у передовых людей того времени, у халдеев. Их тогдашние небоскребы поражали воображение пастухов, и он убедился, что здесь на земле нет счастья ни в чем, а нужно прорываться через эти туманы, купола, выше и выше. Куда бы ни пришел, везде воровство, похоть, жадность. То его грабят, то жену ведут. Хорошо бы жить с открытым сердцем и открытыми дверями, и открытым оком видеть все, понимать события и тайны вокруг себя. Матфея 6.19.20. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Колоссянам 3.2. О горном помышляйте, а не о земном. Слово «патриотизм» у святых встречается только и единственно в небесном его понимании и означает всегда поиск небесного града и Иерусалима, утерянного рая. Мы о себе можем смело сказать, что мы истинные патриоты. Многие, даже верующие, тоскуют по Старой Руси, что как там было все хорошо, что были везде храмы, везде лампадки. Россию знали, уважали и боялись. И вот бы вернуть это все. Ничего, кроме беды, в этих замыслах нет. Россия выполнила уже свое предназначение. Ей предначертание. Бог... предначертание. Ей Бог дал шанс искать этого града, но ее сыны ушли на другую работу. Ее делатели. Матфея 22.5. Но они, пренебрегши то, пошли. Кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Поиск и у нас должен идти по вертикали. Истинный патриот был Авраам. Он и детям наказ давал искать небесного града. Авраам – отец множества. Теперь он руководит многими, кто ищет этой страны нетления. Слово «Авраам» встречается в Библии 52 раза. Слово «Авраам» – 275 раз. Евреям 6.15. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Что же он получил на земле? Ничего из того, что ищут наши горе-патриоты. И хотя еще есть какие-то проблески, что можно поднять народ и, соединившись с коммунистами, снова устроить народам кровавую баню, повторить, восстановить в прежних границах союз и задать жару всем этим недругам и мусульманам. Безумнейшая мысль.
нужно от этого решительно, покаявшись, отказаться и пожертвовать своими амбициями и устремиться к поиску небесного града. Получили некогда от Бога Россию и все, что тут было, и ныне ради Царствия Небесного, все это жертвуем Тебе, Создатель наш, жертвуем щедро, со слезами раскаяния и сознания своей неправоты. 1 Паралипоменон 29.14. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Мы должны быть детьми истинными у Авраама, детьми по его вере и не покидать его, но быть странниками и пришельцами. 1 Паралипоменон 29.15. Потому что странники мы перед Тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. 1 Петра 2.11. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Евреям 11.13. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Иоанна 8.39. Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то тела Авраамовы делали бы». Римлянам 9.7. «И не все дети Авраама, который от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя». Галатам 3, 6, 9-14. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама, и Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. Итак, верующий благословляется с верным Авраамом, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Римлянам 4, 12, 13-16. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Митрополитом Никодимом Ротовым было введено в употребление слова «иринология» – учение о мире, о сохранении мира на земле, и введено в ложном понимании – мир, но без согласования с Богом, без указания на истинную причину отсутствия мира, без борьбы с причиной войн грехом. Исаия 48, 19-21. «Я исполню слово: мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господи, и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Бог каждой стране дает место обитания и каждой стране ангела-хранителя. И Он же меняет место жительства народа, ведет его в плен за грехи или по прихоти правителя. Иеремия 13.19. Иуда весь отводится в плен, отводится в плен весь совершенно. Псалом 23.1. Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней. За грехи людей Бог изгоняет одних и насаждает других. Почтение к родителям выражено в десятисловии. Почтение к родителям не должно быть препятствием любви к Богу. От препятствующих следовать за Христом следует всячески отвращаться. Лука 14.26. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Варух 2.6. У Господа Бога нашего правда, а у нас и отцов наших стыд на лицах, как сегодня.
Отцы наши натворили столько дел. Они нам такое оставили отечество, о котором пели самую гнусную песенку, что нет другой такой страны, где так вольно дышит человек. Смерть водила свой хоровод, дьяволов водевиль и пляска демонов на Руси. И это наше отечество, что мы получили в наследство, наше от наших патриотов, построивших самое счастливое, в кавычках, счастливое общество на земле. 3 Ездры 8.30. Ибо мы и отцы наши такими болезнями страдаем. Я даю вам здесь только каркас темы. Вы, как всегда, можете задавать вопросы, выражать все несогласия свои, возражения высказывать. Марка 6.4. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. Пророка уважают за тысячи километров, приезжают и будут приезжать и печатать его слова, а свои будут поедом заедать и изгаляться над ним. Рядом же кто находится, и особенно родственники, люто его ненавидят. Это закон такой, и он известен нам из Евангелия. Плотские, невозрожденные родители, телесные и духовные, всегда желают, чтобы ревновали о них, слушали только их более, нежели голос Божий. Галатам 4.17. Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Они никак не желают сверяться с Библией и не допускают до этого. Будут травить своими вымыслами и морить на длинных богослужениях, где ничего людям не понятно. И совершенно обессиленные люди падают и уползают домой, едва дыша. Покоряющиеся этим вождям делаются сынами гиены. Матфея 23.15. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. Люди, не ожидающие вечного Царства Небесного, полагают все в земном патриотизме. Национализм, шовинизм. Они превыше всего чтут свою нацию, призывают к изгнанию и истреблению иноверцев. Инородцев. Инородцев. Провозглашает себя великой нацией. Великая Россия, великая Германия, превыше всего. Вопросы. Был ли патриотом Христос в земном нашем понимании? Апостол Павел и другие апостолы и святые отцы. Римлянам 1.6. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. Римлянам 2.10. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом еллину. Колоссянам 3.11. Где нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. На любви к нации приходят Гитлер, Ленин, Сталин, придет Антихрист. Марк 16.15. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Лука 10.5.7. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему, и если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Казарменный режим не терпит двойного гражданства, и таких космополитов, как Павел, приговаривают к уничтожению. Деяние 22.28. Тысяченачальник отвечал: я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я и родился в нем. Любовь к своей нации может быть одна и должна быть, но в чем она выражается? Единственно в том, чтобы люди познали Христа, примирились с Ним. А для этого не нужно, чтобы обязательно были наши храмы, границы, хороший царь. Не нужно обязательно ни мирного времени, ни богатая жизнь. Римлянам 9.3. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Римлянам 11.14.
не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? 1 Коринфянам 1:26. Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Матфея 18:11. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Матфея 10:6. А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Матфея 15:24. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Пересчитайте указанные места, и они, когда собраны в одном месте, не оставляют даже намека на земной патриотизм. Сам Христос получил повеление от Отца Небесного заботиться в первую очередь о евреях, а потом уже о шариковой породе язычниковой. Марка 7:27. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Клятва в любви к земному отечеству вкладывает в руки оружие плотское для уничтожения тех, кто посягает на это отечество, или только предполагается, что может посягнуть. Истинный патриотизм должен знать свое отечество. 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 Родину. Рай, небо. Православную веру, каноны, догматы, житие святых и их труды. Стремиться попасть к отцам нашим на небо. Вернуться на родину, в истинное свое отечество. Любовь к отцам, к патерам, жизнь в патриотизме. Вспоминается случай из времен перестройки при Горбачеве. Михаил Сергеевич. Архиепископ Енатаевский Михаил написал генсеку письмо, чтобы вернули церкви ближние и дальние пещеры, где находятся мощи святых близ Киева. И там рассказан случай, как во времена древние наступавшим войскам завоевателей не могли противостоять многие, и все были разбиты. А племя сарматов, кажется, уходило от прямого столкновения с сарматами завоевателей и уходило все дальше в горы. Тогда захватчики послали им послание, вызывая на открытый бой. Те же ответили, что им незачем умирать. Жены при них, детей они забрали, палатки сняли, шатры всегда при них, и стада овец, табуны лошадей они угнали. Им вовсе не за что сражаться. А когда пройдут эти воители, мы снова вернемся на свои исторические места. Но у нас есть святыни, какие мы не могли забрать с собой. Троньте их, и вы завтра же узнаете остроту наших мечей. Те спросили, какие же это святыни их, что они их бросили. Те ответили, что это могилы отцов. Враг отвечает: а зачем нам ваши гробы? Так и сейчас. Гробы, мощи наших отцов у врага в руках, и никто не хлопочет об этом. Значит, разложение наций зашло слишком далеко. И еще при Горбачеве были отданы эти подземные хранилища останков святых русских. Истинный патриот делает все и отдает знания и силу на приведение своего народа, своих близких, по знанию Христа. Римлянам 9 глава. Моя каждому патриоту. Куда направить силы? Кто ропщет на скорби, посылаемые верующим? Кто завидует безбожникам, нечестивцам? Считая, что они лучше устроились в этой жизни, тот виновен против отцов своих, тот антипатриот. Псалом 72:15. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. Прочтите весь этот псалом. И дым отечества нам сладок и приятен. Дым нашего Отечества – это не кизяки, чем тогда топилась Русь, а кадильный дым в храме, благоухание молитв святых. Псалом 142. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Сегодня память пророка Иеремии, как истинного патриота Израиля. Этот пророк печали и пророк гнева и пророк истинного патриотизма. Ситуация же тогда была трагическая для Израиля, не только в положении военном, но и в духовном. Вся верхушка знать, весь генералитет вместе с царем Сидекией держали проегипетскую ориентацию. То есть не только поддерживали добрые отношения с Египтом, но и всячески поддерживали его и у Египта, же искали защиту от врагов.
Египет – мировая держава, по силе она ничем не уступала халдеям. Пророк же Иеремия один восстал против этого и говорит, что мир и союз с Египтом есть трагическая ошибка, и нужно сегодня держать провавилонскую политику. С ними союз должен быть. Вавилон же ставил условия вообще неприемлемые для патриотов земного Израиля – открыть ворота всех городов и пойти к ним в плен в Вавилон. На меньшее не согласен. Но в плену будет нормальная жизнь. Никто не погибнет. Там будут сады насаждены нами, куплены дома. И там мы будем столько, сколько Бог назначил. И после 70-летнего плена вновь наша Иегова вернет нас домой, к гробам наших отцов. Никаких альтернатив вообще нет. Все остальное будет в погибель. Только плен, только полная капитуляция. Агрономы с нами поедут, поля там нам уже готовы. Священников всех забираем. Синагоги построим, храм уже обречен, его нельзя защитить. Но вся верхушка богатых поддерживала связь с Египтом, и оттуда ждали полновесную помощь. Помощь! Помощь. Иеремия 8:8. Как вы говорите, мы мудры. Мы мудры. И закон Господень у нас. А вот лживая трость книжников, его превращают в ложь. И вот враг подошел к воротам города, обступил, как Москву, Наполеон. И тогда против Иеремии восстали патриоты, говоря, что он сеет панику в народе, и потому достоин смерти, что он не патриот, а предатель. Иеремия 38:4. Тогда князья сказали царю, да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова. Ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствие. Вообразим, что во время этой войны нашелся бы такой Иеремия и сказал бы не просто одному кому-то, а вслух всех людей и по радио выступил, чтобы сдали Москву, и Сталин и Берия должны пойти в плен в Германии. Что бы ему было за это? Ксения Ямщукова, жена расстрелянного директора сахарного Черемновского завода, получила 10 лет и отбывала их на заводе в Барнауле. Только за то, что она жена. Ни за что. Как только началась война, а там находились инженеры, строящие меланжевый комбинат, и вот один из бухгалтеров, старичок, сказал, что Гитлер такую силу набрал, что он может и до Москвы дойти, что немцы будут чай пить в Москве. И завыла сирена, и тут же собрали все тысячи зэков и вывели этого говоруна. И тут же перед всеми расстреляли. Вот что такое быть не на той стороне. Солженицын доказывает, что при немцах хуже бы не было. Его тоже надо было расстрелять. Царь был заложник прежде избранной политики. И страшился своих советников и просил Иеремию, чтобы когда будут его спрашивать, о чем они говорили, то чтобы Иеремия скрыл разговор, но сказал бы о другом. Оппозиция была чрезвычайно сильна, но еще немного пройдет, и они все будут казнены. И в дальнейшем, когда патриоты поднимут бунт и убьют халдейскую стражу, и поведут его в Египет, он возьмет с собой только два булыжника, обмазанные глиной. Это все его имущество, и он с ним как ненормальный. Он же потом докажет, что он и есть настоящий патриот. Эти камни он дотащит до Египта и зароет в землю, сказав, что тут и раскинет свои шатры тот халдейский царь, от которого они бегут. Иеремия 43:9-12. «Возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Танфисе пред глазами иудеев, и скажи им, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот, я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, и раскинет он над ним великолепный шатер свой, и придет и поразит землю египетскую. Кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, и кто в плен, пойдет в плен, и кто под меч, под меч. И зажгу огонь в капищах богов египтян, и он скажет отныне. И что? И он скажет оное. Он сожжет оное. Что делается-то? Не знаю. А их пленит. И оденется в землю египетскую, как пастух надевает на себя одежду свою.
и выйдет оттуда спокойно. Иеремия 44:8, 12-14. Прогневляй меня изделием рук своих, как каждение. Ну, далее прочитайте, вот, что здесь есть. Из Священного Писания можно прочитать дальше. Мы можем говорить, надеясь на понимание, только с теми, кто имеет страх Божий. Бог настойчиво советует согласиться с ним идти в плен и только в плен, иначе смерть позорная, патриотичная. Патриоты – это главные враги и Иеремии, и враги Иеговы. Враги той страны, за которую они ратуют. Сегодняшние патриоты России – эти черносотенцы, шовинисты, юдофобы, антисемиты. Они соединились в один клубок со священством и несут страшную беду для русской нации, делая ее ненавистной для всех соседей наших. Нам уже ничто не поможет, кроме покаяния. Просто посмотрите, кому дан эфир, кто в СМИ и куда гонят слушателей и читателей. Как же и не дойти до цели той великодержавной, если она мерещится в день и ночь? Слово «Египет» в Библии встречается 428 раз, а «Вавилон» 317 раз. Это еще нужно исследовать, что означают эти цифры. Они боялись плена, и патриоты подогревали их ложными надеждами, что плена не будет. Но Бог сказал так, а патриоты сказали иначе. Так чье же сбудется? Это говорит Феофан Затворник, священник, благословляю вас, а Бог говорит, не благословляю, что будет утверждено на небе? Иеремия 13, 17 и 19. Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. Иуда весь отводится в плен весь совершенно. Иеремия 15, 2. Если скажут тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, и иди на смерть. И кто под меч, под меч. И кто на голод. И кто в плен, в плен. Ложный патриотизм. 3 Ездры 4.23. Не хотел я вопрошать тебя о высшем, а о том, что ежедневно бывает у нас. Почему Израиль предан на поругание язычникам? Почему народ, который ты возлюбил, отдан нечестивым племенам, и закон отцов наших доведен до ничтожества? И писанных постановлений нигде нет. Христос пришел в свое Отечество. Иоанна 1.11. Пришел к своим, и свои его не приняли. О земном патриотизме Шолохов Михаил Александрович говорит так. Патриотизм есть последнее убежище всех негодяев. Народно-патриотический... От каждого, говорит, червивого хотелка за версту воняет патриотизмом. Народно-патриотический фронт «Память», начав с публикации протоколов сионских мудрецов о жидомасонах, от избытка ненависти к евреям перешли на юдофобию, страх перед евреями, и оканчивают оголтелым фашизмом. С ними соединился каннский епископ Варнава. Сколько он еще зла принесет церкви? Уже принес... И столько зла, что за столетия не отмыться. Отмыться! Да. Совершенно не знают ни России, ни Писания. Ваше дело кадилы разжигать, а не ненависть. Истинный патриотизм обязательно соединяет с Небесным Отечеством и с Отцом Небесным. Иоанна 20:17. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему. И Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему. Вот нет окончания во многих занятиях где-то. Но уже все понятно. Что такое патриотизм? То есть настоящие патриоты – это верующие во Христа Иисуса. Сейчас мы будем насчитывать события.